А, вот и наш пациент. Ну, в смысле, обед. Привет, обед. Что? Какой ужин? Обед. У нас просто поздний обед, понимаешь? К ужину он его сделает. Обед уже кончается. Да, пообедать мы не успели. Катя качается, видно, что боится. Че? Как новая качеля, дети? Ну, приноровитесь, ничего страшного. Так, вторая. Подожди, я пройду. А то еще. Ой, а то с вами тут. Ну как? Недавно еще ревела и говорила, что на качелю больше не сядет пока. Тебе не нравится? Твоя плохая стала, да? Починить надо, да? Сейчас Лиза тебе тоже даст пока. Тихо. Пытаюсь там перепилять. Посадить, он свалился сразу же с качели. Кто? А он на пути же качается. Ну, это да. Зачем его садить? Мы на пути ему предлагали, он сам тут красивый. Ну дайте ему покачаться, он тоже хочет. Иди, Миша, покачайся. Так, если кто-то будет много плакать, я заберу тебя в дом. Михаил. Михаил, он бедного сюда не тянет. Вон освободила она качели. 8. Что-то мешает. Иди покачайся. На пузе покачайся. 10. Короче, Мишка не заценил пока новую качелю, и либо он устал уже и просто скандалит. Пойдем полежим. Пойдем. Пойдем, я тебе дам в телефончик поиграть. Пойдем? В телефон играть. Пойдем? Мишка с радостью пошел. Ты хочешь в телефон играть? Пойдем? Смотрите. Здравствуйте, пожалуйста. Кто к нам пожаловал? К нам залетела ласточка. Вот это да. Маленькая моя, давай тебя как-то выгоним отсюда. Ну реально, смотрите, ласточка. Нас ждет хорошая весточка. Она летает, кружит под потолком. Ласточка моя хорошая. Ты моя сладкая. Сейчас мы тебя как-нибудь отсюда, не знаю как. Оп! Во, вылетела. Не пускайте ее в ту комнату. Где? Так, закрывайте двери. Вот эту дверь закрывай. Лиза, свою дверь закрывай. Давай, моя хорошая. На выход. Все, ура, мы спасли ласточку, мы молодцы. Молодцы? Катя испугалась, голову закрыла, спряталась. Чего ты боишься-то? Я боюсь. Это же всего лишь птичка, вон она полетела. А? Что такое, скажи, Лаки, что за кипиш? Итак, я точно знаю, что Саша там тот тандыр. Ты хоть убейте, я не помню, снимала я уже ходила это или нет. По-моему, нет. Поэтому иду к Саше. Ну, что там у нас? Мы готовимся к съемке эксперимента, к поджарке петуха и к приготовлению вкуснейшего супчика. А у нас уже все плавится? Так ну, надо камеру тащить? Надо. Короче, наша металлургическая печь опять в действии. А, тут у нас ходит Мишка. Ты все? Все вытерла уже? Тогда доставай 2 куриных яйца и иди к папе. Аучки. Ты хочешь у меня телефон отобрать? Плохая идея. Разговаривай. Скажи что. Привет, скажи подписчикам. Что это? Ты играть что ли собирался? Разговаривай давай. Ну что, съемка эксперимента закончена? Обязательно смотрите следующее видео. А сейчас мы будем совсем не экспериментально жарить петуха, потому что хочется кушать. Да, Саш? Давай, пока тандыр не остыл, нам надо пожарить петуха и суп поставить. Давай мне камеру, давай мне штатив, и я пошла скидывать видео. Сегодня мы всего один эксперимент снимаем. На сегодня нам хватит. Что, ребята, у нас уже совсем вечер. Лиза с папой там начали стройку нашего шалаша в саду. Достраивать шалаш мы будем завтра, так что это вы стройку шалаша увидите в отдельном видео. Поэтому обязательно его посмотрите, поддержите лайком. Детки очень стараются построить офигенный шалаш. А потом в этом шалаше мы для вас снимем очень интересные видео. Так что подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Все, дорогие подписчики, я уже плюхнулась на подушечку. Поэтому желаю вам спокойной ночи, если вы ложитесь спать. Ну и доброе утро, если вы только проснулись.
Ну, а мы отправляемся баиньки и увидимся с вами завтра в следующем влоге. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк под видео в поддержку нашей семьи. И обязательно жмите колокольчик, тогда вы точно не пропустите новые видео от веселой семейки. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.